Доброе утро, мы уже как команда с Юлией. Кажется, на работу ходим. Как на работу, потому что действительно это работа. Вот Юлия по-другому поступить не может. Машина завелась. Машина завелась, а мы подумали что-то другое. И вам не расскажем, что. Кто знает, тот поймет. При этом Юлия пришла к нам с Каштанчиком на повторный осмотр, сделали анализы, назначили препараты, потому что у Каштанчика дирофилариоз, это тяжелое заболевание, сердечно-легочные глисты, кто не знает. И если вправе подсказать, рекомендуем ежемесячно что-то давать. У многих возникнет вопрос, а что же давать? Любой препарат, который профилактирует. Это может быть симпарика, которая... трио, это может быть NexGard Spectra, это может быть Stronghold, Silafort, Advocat и так далее, и так далее. Поэтому выбирать вам. При этом, если ежемесячно вы будете что-то давать питомцу, круглый год, 12 месяцев, тем самым вы защитите от такого тяжелого, чаще всего неизлечимого смертельного заболевания. В данном случае Юля не дает возможности нашему каштанчику уйти на радугу. Почему? Потому что ее сердце большое, и мы ей помогаем в этом. Поэтому с каштанчиком идем как можно дольше и оказываем ему помощь. А вам подсказка, что такие истории тоже бывают, и подсказка, какими препаратами профилактировать. Также история добрых дел – это когда вы передаете нам маленькую копеечку, мы ее складываем в копилочку добрых дел и передаем по направлению к таким героям. Сегодня тоже все, кто участвовал в данной программе, оплачивают все услуги наших друзей. Поэтому вам спасибо и хорошего дня. Спасибо нашим помощникам. Да, спасибо команде. Мы с вами команда. Я только лечу, Юлия ухаживает и заботится, а вы участвуете в этой рубрике не меньше нас. Поэтому да, это точно. Спасибо большое. Самая большая помощь, да, Маш? Да, хорошие и добрые люди бывают. Всех благ. Всем спасибо. Да. Всем мира. Всем мира и добра.